никогда не создаем гигантские вот такие замесы. Они нам не нужны вообще. То есть вот их наличие – это места, где уже нельзя работать. Они никуда не пригодятся. Это просто, во-первых, выброшенная краска, а во-вторых, вся палитра этими замесами замучена. Такие замесы, когда мы очень густой краской, можно делать. Но это очень густой краской, это специфические задачи. Но нам лучше с такими задачами пока и не связываться. Пока мы на стадии просто знакомства с краской, это очень худое знакомство. Поэтому все, что ты навалила, все эти горы, сдать сюда кашей, потому что они никак не пригодятся. Зачистить палитру и создать условия для умных замесов. Умный замес выглядит так. Мы взяли меру малую, мы взяли розовую. Нам понадобился рыжий, мы добавили желтоту. Вот наши замесы. Мы все время уступаем, как бы отходим от замеса, дополняя, и каждый раз смотрим, ага, о, более розовый оттенок, кинула розовый. О, нужен более белый оттенок, кинула белый. Поняла? То есть вот эта каша, ну никак тебе не пригодится. Ни для рук, ни для всего остального.